только добро. Только добро. Только добро. Только добро. Я такая же кайфа. Зарыдая, ты это все достойно. В 2006 году. 3 года мы диагностировали глухоту. Остатками слуха. Права на земле. Я занимаюсь Узгуровского Николая Степановича. 9 лет. В 2015 году я стала чемпионом мира Сан-Антонио на дистанции 100 метров вольной стрельбы. В 2017 году Самсун, Турция, на Трудолимпиаде я стал 4-кратным олимпийским чемпионом в эстафетах. Моя цель – стать отличным тренером и воспитывать своего олимпийского чемпиона. Честность, потому что я не люблю обман. Только добро, только добро в сердце твое.